Во вторник, 17 января, в 11 часу утра на пульт дежурной части поступил тревожный сигнал. На место происшествия незамедлительно отправился наряд Росгвардии. На момент прибытия полицейских от злоумышленников не осталось и следа. Ограбление произошло молниеносно. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчины в масках ворвались в магазин. Двое из них разбили витрины, предположительно молотком, и забрали золотые украшения. А третий ждал своих подельников у входа в торговое помещение. Из магазина забрали драгоценности на общую сумму около 500 тысяч рублей. Свидетели, очевидцы были установлены. Мы с ними продолжаем работу, устанавливаем приметы подозреваемых. В основном идет примета, что они были в спортивной одежде, то есть трико, кроссовки. По месту происшествия изымались следы, необходимые для доказательной базы. В настоящее время мы проводим оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, кто мог совершить преступление. По словам потерпевших, злоумышленники оказали на них и психологическое давление. Разбивая витрины молотком, грабители вдобавок громко кричали. Работники торгового помещения до сих пор находятся в шоковом состоянии. Здесь были девочки, три продавца. Очень испугались, в шоке, потому что все это было с криками, с шумом, с гиканьем. Они убежали, но нажали на тревожную кнопку, успели. Спрятались под витрину. И скорая помощь приехала как бы на всякий случай. Были все в шоке, отказались. А вообще у всех поднялось давление. Они очень переживали весь день на таблетках. На данный момент идет следствие. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, совершенное группой лиц.